Добрый день, мои хорошие, добрый день всем. У нас погода меняется немного, но может это еще не так и страшно. Я вышла с утречка, уже не утро, время 11 часов дня. В коридоре на терраске, как правильно сказать, стояло мне ведро большое вот этой моркови. Это я оставила браковку. Хорошая сыпала в погреб, засыпала песочком в таком побольше ведре. Туда отправила. А это вот выбраковка. Мне надо будет перемыть, перечистить, перетереть и морозилку. Пока залила водой, пусть немного она тут, грязь с нее сойдет. А я тем временем слетала, можно сказать так, за перегноем. Притащила тележку вот такую здоровую. Накопала перегноя. И сейчас это все засыплю под малину. Вот такой тазик. Я же говорила, что я ее еще не засыпала. Но теперь ее надо немножко присыпать. А тут мороз свое дело сделает. Листва упадет, все укроет. И будет прекрасно для нее. Ну вот сейчас этим я и займусь. А потом сяду, буду морковь убирать. Морковь тоже. Приберу, покажу вам тогда в дальнейшем, что я тут и буду. Капуста еще стоит, как видите сами. У нас тепло, теплые дни. Ночью бывает заморозок, и не всегда. В этом году нас осень радует. Орех он начал осыпаться. Галя там вчера согребла, немножко подошла. Подожгла дымище, все жаловались, что тут за дым, что за дым. Та листва же такая сырая, поэтому и дым. Она та же, он тоже у меня торчит кверх задницей в огороде. Мы тут пока делами заняты, да. Все. Пойду выкидывать с тележки все. Помощница моя пустая. Какое милое дело. Кто вот такую тачку имеет. Прям вот я всю жизнь таскала все ведрами. А это как-то... Купите мне тачку. Сын ездил в Москву, получал неплохо. 2,5 для меня это было дорого. Ну, купили. Купили, теперь я ее прям берегу. Ставлю в сарай, кверх колесами, чтобы колеса мои были. Не прожевалась резина. Хотя мне зять в этом году привез 2 новых колеса. Ну вот, показываю, что тут у меня получилось. Нормально получилось. Ей подушечка, утепление хорошее. Так что... На будущий год будем ждать новых урожаев от нее. У нее тут висят тоже, ну все, мороз побил. Так что пойду теперь с морковкой. Заниматься с морковочкой. Нет, толку не будет уже от этой ягоды. Ночью морозы, днем как бы не тепло, но все равно не то. Всему свое время, как я говорю. И гортензии, вот видите, какие стали пожухли. Обрежу вот им эти метелки. И они будут зимовать просто. Кто-то оставляет эти метелки для декоративности. Но я никакой не вижу декоративности. Это ржавые ветки. Для меня это уже не то. Кому-то нравится. Все мы люди разные. Ну, я уселась. Морковь неплохая. Сказала, тут хвосты нет. Хвостов в этом году у меня нету. Хорошая морковь. Вполне съедобная. Так что... Сейчас я все перемою, перечищу, перетру. И будет счастье нам. Ой, много. Но глаза боятся, а руки делают. Вперед. Все, поохало, поахало. Дело сделано. Сижу так, балдею. Солнышко было. Сейчас опять тучки идут. Ну, в общем, целое ведро получилось такой хорошей морковки почищенной. Вот эта штучка прям... Хорошо чистит, быстро, так ровненько все. Это мы брали с соседкой, с Леной на рынке. Она говорит, возьми, хорошая штука. Но я послушала, взяла ее. Готнер я не пользовалась, она лежит у меня. Вот сейчас пойду возьму к ее, пошкрябаю ей. И вот замечательно, так вот она все это почистила, без всяких глазков. Хорошо, это вот целое пол ведра отходов. Я тоже сейчас пойду выкину. Так что, солнце у нас есть. Ну, какой-то она опять не такой, как должно быть.
Так хорошо было, грело меня тут, я тут прям чуть не сдремала под эту морковочку. Ну, а теперь пойду домой. Займусь с ней дальше. Хорошенько помою еще ее под раковиной и буду тереть на разные фасоны. Морковка подождет. Мне надо сына накормить, и я ему приготовила вот такой салатик. Как вы догадались, крабовые палочки. Рис делаю, яйцо, крабовые палочки, лук. Все, наверное, и кукуруза. Вот такой салатик. Заправлять его не буду. Все, сейчас перемешаю и поставлю в холодильник. Когда нам надо, сколько, достаем и заправляем майонезом. Майонез загоняла, только что купила. 117 рублей. В нем тут... Ой, даже не знаю, сколько в нем есть. 400 грамм, наверное. Да, это аж 400-то нету. Вот, под я. 374. Также ему с собой в поле взяла вот такой воды газированной. Вафельные рулетики. И круассанов. Он сейчас у меня пашет землю. В пахоту ушел, хотел сказать. Так что пашня у нас, семечки закончились. Уборочные. Кукурузу он не будет убирать. Ему надо будет пахать. Ну все, готово я. Салат готов. Сейчас накормлю его. А с собой на ночь еще сальца, хлебушка. Ну, такой у него будет перекус ночью. Ну, с утра спал я. Сейчас проснулся, я говорю, ну что, может, картошечки пожарить? И в ответ тишина. Ни в какой он не хочет и картошку эту. Ну что ж. А салат я уже заранее все это достал, крабовые палочки, все оттаяло у меня. Я, ну давай, буду. Яйца уже варились и какой-то рис. Сейчас вот буду кормить его. Это вот он любит. Вот такую штучку. Ну что ж, занимаюсь морковкой. Надо убрать. Тут 40 чашек понаставила, в разных фасонах ее натерла. И под суп, и под не знаю чего, и даже и свекрови придется выделить. Я ей сказала, что я ей дам, конечно. Прям, чтобы она говорит, ты мне принеси несколько штучек. Я тебе прям натертую принесу, и морозилку положим. Ну, сейчас покажу, что тут я вытворяю. Вот моя морковка. И в чашках. Я и такую порезала на плов. И тут морковчой сделала. Целую чашку. А тут кругляшами. В общем, на все случаи жизни. Ну, а здесь вот немного свекрови отнесу. Она поставила тут вот эту овощерезку свою. Вот она. Но она прям, Сергей мне вставил такую мелкую и нехорошо. Мне не понравилось. Ну, я говорю, не буду я ее тереть. А потру ко своими руками, ножиком. А теперь вот сейчас фасую. И все, и готово. Быстренько сейчас все управим морковкой. Сейчас поделю на пару мешочков и хватит. Это другой вот как раз пойдет. Ну, что? На первое время хватит. А там еще в подполе есть морковь. Нудное занятие, но куда деваться? Жалко выкидывать. Работу находим себе. Как без работы? Ну как без работы? Пока мы живы, же работа будет у нас на каждый день. Так что что-то каждый день надо сделать. Вот и готова одна чашка. Два пакетика. Сейчас я теперь вот эти вот кругляши уберу. И кругленькую сейчас также в мешочек покидаю. Да.
тоже на два разделю. Вчера сгрызла одну морковку. Сегодня мне ночью желудок болел. Видимо, во-первых, я ее очень давно ела. Ну, как ни говори, она тяжелая. Ну, как вечером. 6 часов вечера я ее грызла. И желудок у меня чую. Ну, чего ж, средь ночи не стала вставать. В 6 часу уж встала, выпила омепразол. Говорю, чего ж я упью? Мне надо, чтобы не болело. Ну, что ж, давай ножку. Еще ножку. Вот сейчас вроде немножко притихло, но все равно остатки есть. Сегодня у меня диета. Диета будет, значит. Как говорится, не жри то, что не надо. Уже не тот возраст, чтобы морковку грызть. Ну, не буду вас мучить. Сейчас эту уберу. 2 вышло резанный на плов. Это можно и на суп, и на плов тоже 2. А под корейку 3 штуки получилось корейской морковью. Хватит тут ее до марта месяца достаточно. А там, говорю, остатки вытащим с ведра. И достаточно. Все, морковку я закончила тоже. Дела идут, контора пишет. Так что вот, мои друзья, поделилась ваш сегодня со своей работой, которую я поделала. Да это все мелочное. Житейское, обычное, как говорится, дни наши. Ой, погода немного портится. Скоро зима. Не хочется, а куда деваться? Ну, не будем унывать. Туда и сюда, декабрь пройдет, а там и весна. Будем сеять с вами. Заниматься рассадой, то чем. Так что, всем до свидания, до скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада видеть всех.